Ребята, всем привет! С вами я, Даня, вы на канале Транспортнет. И сегодня мы с вами разберем такую ситуацию, как нашумевшую ситуацию, как авария на станции Печатники. Машинист-инструктор ДПО Печатники Николай Козлов ехал, ему сказали, типа, вот тебе перегонка, Яузу перегоняй в ДПО Измайлова. Он поехал перегонять Яузу в ДПО Измайлова, но он намеренно, и либо еще неизвестно, но более точно говорить, он намеренно отключил систему ILS. И из-за этого он врезался в впереди стоящий номерной на станции Печатники. И вот буквально недавно вышла новость, то что этого машиниста уволили. Его сняли там с этой должности. Но еще сегодня решается вопрос об увольнении начальника московского метрополитена, который у нас сейчас. Но так как прошлая авария, где врезался поезд «Русич» на перегоне на Арбатско-Покровской линии, то тогда тоже уволили начальника метрополитена, когда на Арбатско-Покровской линии врезался поезд. Но мы сейчас не про Арбатско-Покровскую линию, а про нашумевшую ситуацию. Машинист получил очень много переломов, и когда поезд врезался, он застрял между ними, да, его вытаскивали там МЧСники и так далее. Ну и сейчас я буду заканчивать наш видеоролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока, с вами был я, Транспортдент. Жалко очень сильно Яузу.